Поездка Ильхама Алиева в Шушу – знаковая и очень важная, и во многом символическая. Это поездка не только президента, но и верховного главнокомандующего. Ведь взятие Шуши – ключевой момент 44-дневной войны, после чего дальнейшее сопротивление армянской армии потеряло всякий смысл, и Ереван капитулировал. Как передает канал 13, об этом написал в своем телеграм-канале российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко, комментируя поездку главы государства вместе с семьей в культурную столицу Азербайджана, город Шуша. По его мнению, Ильхам Алиев, безусловно, выдающийся политик современности. Все, что обещал, сделал от и до, освободил захваченные земли, разгромив и изгнав оккупантов, отметил Караченко, добавив, что операция по освобождению города Шуша – важнейший военный успех, триумф военной стратегии Азербайджана. Город брали спецподразделения азербайджанских вооруженных сил, совершившие труднейший ночной бросок через горно-лесистую местность и в ожесточенных уличных боях, разгромившие превосходящие силы армян, которые были обращены в бегство. Эта выдающаяся по всем современным меркам военная операция еще ждет своих историков, подчеркнул российский эксперт. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.